Всем привет! Сейчас я расскажу, как я лечил насморк. Вот. Ну, для начала я делал ингаляцию на сопырке, кипятком залил и сразу дышал через нос, утеплял. Вот. Тут у нас иголочки из леса вестимо от елки. Ну вот тут децл в кружке. Полная была концентрация. Потом вот клизма для носа. Соль. Солью морской полоскал. Полощется просто. Вставляется в одну носопырку и промывается. Вот. Чтобы из другой ноздри пошла эта соль. Вот. Это тоже мне помогло, не помогло, не знаю. Но вот ингаляция. Потом что-то я замучился эти сопли вытирать. Взял от этого холодное, остыл напиточек из елочек. Вот, в баночке. Профильтровал. Где-то рюмка. И эту рюмочку добавил сюда в соль. И прополоскал всего лишь один раз. И все. Бактериям это не понравилось. Они куда-то убежали. И нос сухой. Вот. Не течет больше. Вот. Вот так все просто. Лечится. Никто, небось, не знает. Сам додумался. Вот, все эти аптечные, если вот есть капли для носа, если закапывать, часто капать, то будет атрофия слизистой. Атрофия слизистой ведет к операции. Вот. Так что вот простой способ, реально действующий, сам проверял. Кому что непонятно, пишите в комментарии. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся, пьем в колоколец, заходим в плейлисты. Вот и все. Такая клизмочка. Вот, вот и все. Всем пока.